Семена петунии бахромчатой эспрессо фраппе роуз, петуния эспрессо фраппе роуз, обладают хорошей всхожестью, быстро дают ростки при достаточном освещении. Растения высаживают на постоянное место в мае, выбирают солнечные участки либо полутень. Выращивают в горшках, корзинах, ящиках, контейнерах, на клумбах, цветниках. Часто используют как почвопокровное растение. Высота куста до 25 см. В стороны отходят длинные нити, до 1 метра, густо покрытые листочками. В июне на них появляются крупные, до 10 см в диаметре, цветы. Окрас яркий, пурпурный, розовый, с темной серединкой. Края лепестков сильно волнистые. Непрерывное цветение продолжается до октября. Петуния бахромчатая эспрессо фраппе роуз – это однолетнее растение. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания петунии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает петуния бахромчатая эспрессо фраппе роуз в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.